недвижимость в Турции, Парадайс Алания. Я вас приветствую. Меня зовут Агаси. Я живу в Алании, в районе Тосмо. Нашел очень хорошее 3 плюс 1 у речки и у моря. Самая-самая бомбическая локация, которая есть на данный момент. Вы покупаете не только квартиру, вы покупаете также эту локацию. Кусочек территории. Смотрим. Речка Дим. Красота. Эта квартира очень-очень редкая. Она выходит как бы на продажу в 10 лет один раз. 5 лет минимум один раз. Это не картошка на базаре, которую можете купить. Глазами я все вижу вот так, дорогие зрители. Видно море. Вид этот никогда не закроется, так как в той стороне реки парк. Вот там парк. Километр расстояния. Здесь тоже как беговая дорожка, тоже парк, скажем. Прогулочная зона в этой стороне и там. Там зона барбекю, каждые 30 метров. Вот до того конца. Это картинг Алани. Та сторона Кестель, эта сторона Тосмор. Открытая территория, есть большой бассейн, беседка, зона барбекю. Генератора нету. Проект был сдан в 2004 году. В 2004 начали, кажется, или... Да, не помню. В 2004-2005, наверное, сдали. Сторона юго-восточная. Смотрим террасу. Огромная терраса. Вид на крепость Алани. Так что она тоже у вас не закроется, если в будущем снесут это здание внизу, которое вот оно. Когда-то, через 10 лет, если снесут, то, может быть, вид закроется. Пока вот терраса, этот крепость Алани видна вот так, глазами. Смотрим квартиру. Теперь, здесь у нас была сауна. Хозяин сделал кладовку. Если желаете, потом можете заново сделать сауну. Мастеров вызовем, и вам ее сделают сауну, если желаете. Так, здесь у нас санузел. Что хотел сказать? Ключи от этой квартиры у меня. Продает европеец, друг. Здесь меня многие знают, и мы со многими дружим. Я дружелюбный человечек. Пай! Лампочка взорвалась. Пырцу сделала, да. Так. Первая спальня. Также выход на террасу. Также вы можете купить, сдавать в аренду, как вы хотите. Вторая спальня. Как бы выходите отсюда, заходите в гости. Оттуда потом на террасу. Квартира под ключ, заезжай и живи. Снова скажу, что берете носки, трусики и в гости на покупку. Можете даже пользоваться соседней террасой. Были бы деньги, сам себе купил бы, даже вам не показал бы. Ну, что мне сказать, это самое любимое... Мое место самое. Вот именно вот эта квартира, то, что я желаю. Как сделать теперь, не знаю. Она уйдет. Быстро уйдет. Так что быстро действуем. Цену сразу скажу. 257 тысяч 500 евро. Для такой локации это очень-очень хорошая цена. На данный момент. За эти цены продают там километр, полтора километра в районе Тосмур. А это локация бомбической, цветоцкой. Так, балкончик. Сидим тоже здесь, пьем чай, кофе.
лижем мороженое и смотрим туда. Проходим. Квадратный метр, что сказать? 170-160 полезная площадь. 150. Ну, каждая спальня по минимум по 11 квадратных метров. Второй санузел. Здесь свет как горит. Включись. Себе романтику устроил вам. Айда, 250 лир. Гостиная. Гостиная. Дайкин кондиционер. Массив. Отдельная кухня. Арчелик, бытовая техника. Сименс. Вид на речку. Видите? Еще вот, сидите тут. И кайфуйте. Шума от дороги такого большого нет. Там мост. Можете рыбу ловить там под мостом. Много там всякого. Тут беседки. Раз беседка, два беседка, три. Там ресторанчик. Чай можете сесть, выпить. Гуси, утки, курицы держит там дядька. Невзад его зовут. Имя Невзад. Дядя Невзад. Такое вот интересное имя у него. Так. Показал вид. Покажу сейчас территорию. Кого интересует именно недвижимость в Алании, звоните по номеру +90 555 064 91 10. Выходим. Вызываем лифт. Лифт вместимость 3-4 человек. Есть зеркало. Вышел я из лифта. Здесь у нас пандус. Ухоженная территория. Вот бассейн, даже воду не вылили, потому что как бы когда разливают воду, солнце сушит смесь, которая находится между этой мозаикой, и потом она трескается. В некоторых местах спускает воду, а в некоторых нет. Такие вот штучки на деревьях у нас. Здесь зона барбекю, душевая. Калитка выходит прямо к речке. Подземный проход. Песчаный пляж. Есть подземный проход с правой стороны напрямую. 50 метров. Выходите вниз и к песчаному пляжу. А также можете около реки тоже пройтись, выйти направо и потом вниз тоже. Давайте я тоже по этот пляж покажу вам. Могу я отсюда. Я здесь пока закрыли они. Да, закрыли. Из-за того, что многие приходят, уходят. Калитка снаружи, с трех сторон есть вход. Там сеть магазинов BIM. Отсюда 100 метров впереди прямо пекарня. Вся вот нужная инфраструктура для жизни. Все в шаговой доступности. Вот покажу вам линию. Первая береговая линия. Видите, машины проехали. Я сейчас туда пойду. Значит, дорогие зрители, 50 метров оттуда до этого входа подземного. И отсюда 50 метров до воды. 100 метров будет. 100, 120. Ролик что-то длинным становится. Здесь ресторанчик, там ресторанчик.
500 метров от речки Джим до пирса Гранд Каптона. Плит нету. До пирса немножко есть в той стороне, но здесь нету. Выходим на рыбалку. Ах, кайфуем. Чай, кофе. По стулья взял. Вот. То песок, то галька мешается от шторма. Но в основном песок. Плавный вход в море. Внутри плит нету, как в Махмутлаве. А. От меня. Красота. Все, цену я огласил. Если вам понравилась квартира, звоните. И я помогу оформить эту квартиру на вас. Всем пока-пока, дорогие. Чао-чао. Где крепсалани? Так. Bye-bye.